Сколько длится операция? 3 недели. Ой-ой-ой. Как это круто! Вау! Ну что ж, прямо сейчас мы будем свидетелями обновления CSGO. Но! Operation Broken Fang. Смотрится красиво. Смотрится красиво. Купить пропуск, открыть миссии. Открыть миссии. Подготовка миссии. Вау. Как было? Ничего нового не делали. Первая неделя и вторая через 4 дня. И сколько будет недель? 16 недель. Это сколько месяцев? Интересный вопрос, да? Так, статистика операции. Нужно купить $15, она стоит 1200 рублей, а она будет стоить для граждан Российской Федерации. Магазин операции. Кейс операции, сломанный клык. Вау, вау, они дадут, они сделают бесплатное открытие кейсов. Они сделают бесплатное открытие кейсов. Если у вас будут звездочки за миссии, вы будете открывать бесплатные кейсы. Просто... Вальф, что с вами стало? Фейт АВП, реально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы что делаете? Что они делают? Ай, какой глу... Ай-яй-яй. Дерьмо. Тоже дерьмо. Нет, только здесь более-менее вот этот. Ну, он тоже такой 50-50. Что? Это что? Это все... Это что? А, это нашивки. Это граффити, наклейки. Наклейки. 4 полноценных новых кейса, по сути, можно сказать. Ну, это более-менее, ладно. Вау, это ягуарчик. Это ягуарчик, но пантера. Где этот авик? Ха, забавно. Слышите, ну, достойно, достойно. На опыте я вам скажу так. Закупайте гребаные эти эмки. Закупайте все, что здесь есть. Потому что через полгода это будет стоить миллионы долларов. Круто, я буду пытаться выбить что-то. Так, новый агент 25 звездочек стоит. Это что за покемоны? Ну ладно, ну не критично на самом деле. Не критично, жить можно. Неплохо. Это что за БДСМ? Не, на самом деле не критично. Все скромно более-менее. Да, не выделяются прям люто. Но, конечно, вот это будет самый дорогой. И вот этот один из самых дорогих. Нет, этот не очень. Ну, мы разобрали все, что тут можно было увидеть. То, что выделяется, мы заметили. Понятное дело, вот этот фейт будет лютый. И глок хорош. М-ка хороша, USP хорош. М-ка хороша, все. А, и 5-7. А все остальное здесь не очень. Ну, на любителя вот это авик. Красивенький, на самом деле. Похож на Василиск с текстуры немножко. Гребаный Вальф. Сейчас вы мне должны купить гребаную операцию. Вальф, вы меня все слушали. Я покупаю вашу операцию за гребаные 1200 рублей. Да, неплохо, неплохо, неплохо. Хорошо, неплохо. Это за участие в операции «Сломанный клык». Время начала 3 декабря. Хорошо. Приступаем. Я хочу купить хоть что-то. И, во-первых, я покупаю один кейс вот этот. У вас одна звезда, купите одну звезду. Сейчас откроем первую звезду. Выбьем ножик. Закрыть, купить звезды, потратить. Я кейс получил. Я кейс получил! Сколько он стоит? А, $1. А, это просто кейс, господи, все, забейте, я ошибся. Вот, 4 набора. 7. Короче, покупаю звезды, сейчас откроем. Потратить. На. Вот. Узнаю CSGO. Узнаю CS-ку нашу. Фейт, 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 фейт. Спасибо. Так, ну что ж, купить звезды, покупаю 100 штук. Все, сейчас будет мясо. Давайте мне глок фейт, авик фейт. Так, давай здесь тогда. Я открываю кейс. Открываю кейс прямо сейчас. Ну, кстати, на самом деле идея, то, что можно за звездочки получить кейс, это просто лютая тема. Но ценность кейса упадет. А он уже доллар стоит. Когда вы помните, что кейс стоил доллар? Это вообще ничего. Для нового кейса, который только вышел, он должен стоить как минимум 10. Ладно, я хочу кейсы. Найс! Кибербезопасность, добрый день, прямо завода! Сколько ты стоишь, гребаное говно? Сколько ты стоишь, гребаное говно? Хотя ты выглядишь на 50 на самом деле. А стоишь 20, ты что, дурак что ли? А ребята, как только... Какие же они байтеры, господи, как же они байтят.
Никак... У них... Почему они так открыто всех обманывают и зарабатывают? Как только этот ролик набирает 30 тысяч лайков, я открываю... Я покупаю 500 звезд и открываю на все эти деньги этот контрол, где буду выбивать фейт, возможно, хаос и немножечко эншента. Куплю эти 500 звезд, и мы будем рубиться. Будем выбивать. Ну и плюс этот кейс будем открывать. Прямо сейчас на сайте CSFL я разделил 3 скина по 80 долларов. Так, и я сейчас сделаю первую ставку на коэффициент 2. Так, мы проиграли, я сейчас буду пробовать еще раз. Заберу на 1.5. Забрал на 1.5, у нас плюс ножик, и по сути нам нужно вернуть еще 100 долларов. Поэтому я сейчас попробую поставить эти два скина сразу же на очень большом риске на коэффициент 1.3. Чувак, это не... Это такой рандом. Это очень было хорошо. Ладно, на самом деле я предлагаю на этом остановиться. Но также не забывайте, что на сайте CSFL есть возможность играть не только в Crash, но и в джекпот. Вы можете поставить ставку и поиграть с другими людьми, и победитель выигрывает все. Сейчас мой шанс в этой игре 97%. Смотрим, что будет в конце. Может быть, этим счастливчиком будешь ты. Поэтому попробую CSFL, я оставлю ссылочку в описании. Ну и не забывай, что у меня есть промокод, который называется ШОК. Вводи его и получай плюс 5% к депозиту. А мы идем дальше. Зачистка, начать. 64 секрет. Ну ладно, все, это победа, Сапишок. Вау, это круто, ладно, это круто. О, это хорошо. Да, это хорошо. Выбор оружия, фиксируем, молодцы. А, читеры. Молодцы. 64-й секрет. Читеры, долгие запуски. Если это будет. Это, если на этом заканчиваются плюсы, то это победа, Сабишок, опять же. Но мне худ. Мне худ очень сильно нравится. Вы рофлите! Дефать каждый раз. Да, yes. Да, конечно. А если я их заберу, останется? Давай, блин, это как будто я шел. Почему так долго? Дополнительная флешка. Да, кстати, вот этот худ, который был с выбором оружия, мы это добавим себе. Это мы позаимствуем их фишку. Меня забавляет, что они поставили бомбу на дефолт. Скажу честно. Неожиданно для от Valve такие вещи делать. Вот от них я такого не ожидаю. А, и бомбу ставят, смотри. Бомбу ставят так, как люди хотят. Это тоже хорошо. Ладно, это хорошо. Нет. Не, я не выбираю, куда поставить. Я не выбираю, куда поставить бомбу. Он сам поставил бомбу. Вообще, все складывается к тому, что здесь должен быть 128 секрет. И если его сейчас здесь не будет, это такой провал. Но постов не было про такой секрет, поэтому отмена. Но если бы здесь был бы 128, это было бы логично. А то, что они сделали, бесполезное говно. Но по текстурам на самом деле не вызывающе. Это круто. I can't fucking believe it. It's finally happening. Oh my god, it's happening. I'm in. Waiting for opponent. Oh fuck. What do we do? Let's kick nuke. Who's banning? I don't know. Waiting for opponent. How does this work? Who's banning? They're banning. Yeah, okay. Oh my god. Look, holy shit. They fucking did it, the bastards! Dude, I sold so much shit from my inventory. I sold the fucking 2015 Kenny SD to buy this shit. Shut up. Dude, no, I'm so excited. Fuck you. У всех прям... Vote to ban 3 men. Hate us too. The abundant. No! Вызывает эмоции у людей. I'll ban nuke. Oh. Waiting for opponent.
Oh no. Wait, are we still playing this? Does this still happen now? I'm loving this. I'm so happy. Mirage has been selected. Let's just... Wow. Yes, dude, let's go. Wow, it's good, it's good. Dude, this is like basic, but way cool. But so check your tick rate, bro. You'll be on the CT side. Это круто. It's happening, it's finally here. By the way, what's your matchmaking rank? Global League. No! Wow, no! Wow. It's good. Это очень хорошо, что игра не началась. Это было бы очень глупо, если 4 в 5 игра бы пошла. Достойно. Я хочу с ним попасть еще раз. Это очень достойно. Это... Если здесь был бы 128-й тикрейт, господи, Валь, вы были бы лучше. Ну что вы делаете? Вы столько зарабатываете. Ну кошмар. Ну 128-й. 128-й тикрейт. Что это за сложность? Сложности ноль. Люди, которые играют на этом режиме, каждый закинул по $15, господи. Ну вот это было неплохо. То, что сейчас вы услышали, эти эмоции челика, это то, насколько людям это нравится. Такие большие перемены в CSGO, настолько непохожие действия от Valve, вызывают эмоции. Это круто. И я буду верить, что она получится, эта операция. Это будет на хайпе, это будет интересно и так далее. Новая карта Wingman. Красивая. Приятная. Приятная. Ну... Я просто пробегу по карте, покажу вам, как это все выглядит. Приятная карта, но не уверен, что будет спрос. Приятнее играть в те карты, которые есть в официальном пуле CSGO. Обычная, хорошая карта. Давайте говорить именно так. Вторая карта добавлена, это смесь сезона или даже просто сезон. А, нет, смесь сезона и плюс еще одну карту. Не вспомню название. Тоже такая беленькая, офисная. Это что, это прям копия какая-то? Такая яркая, белая. Ну, одна будет менее популярна. Вот то, что мы сейчас играли, это было вау. Эта карта очень похожа на ту, которая уже была. Очень похожа, даже по этой террасе. Она и больше, кстати. Не, мне она не так сильно заходит. Хорошо, что я начал играть в ту карту. Да, ну тут даже нечего уже смотреть. По сути, все очень просто. Так, ну что ж, что у нас дальше? Запретная зона, Frostbite. О, скользит. Серый просто вау. Я умер. Ну, карта хорошая. Мне она нравится. Я ее видел изначально, до релиза этого обновления. Все положительно, все хорошо. Но FPS, конечно, дикий. Он очень маленький у меня был. Это непростительно мало. Ну, по сути, все мы проверили, кроме коопа. Давайте кооп смотреть. Да. Это наш, получается, кооп. Ребят, ну а продолжение того, как я проходил эту миссию, будет в следующем ролике, где я буду проходить миссии. Потому что это все в одном ролике, это очень много. Все, всем точно пока. Мы идем дальше. Ждите новый ролик. Не забудь подписаться на этот канал и поставить колокольчик.